Поздравить и поблагодарить свою жену за рождение сразу троих детей решила Мичка Нацкаков. Для этого он не только купил цветы и воздушные шары, но и пригласил журналистов, чтобы с помощью нас поделиться своей радостью со всеми. Также поздравить многодетную мать пришли родственники и друзья, а их оказалось немало. У Скаковых есть еще один помощник, хоть и маленький. Это их старший сын, которому 6 лет. Взволнованный папа очень переживал, что выписка задерживается. И вот спустя полчаса его пригласили в приемную, чтобы встретиться с женой и детьми. После того, как малышей запеленали, родители наконец-то смогли взять их на руки и спуститься вниз, где их ждали поздравляющие. Каково это быть молодой и красивой мамой четверых детей? Я еще не поняла, конечно. Сейчас домой, когда вернемся, там видно будет. Но я думаю, что тяжело будет. Поначалу, да. Кстати, Гульмира – последняя мама, родившая тройняшек в 2012 году. Они появились на свет 17 декабря.